Where are you from? Mexico. Mexico, right? I'm from Moscow. Yes. Are you first time in Russia? Yes. Yes. Первый раз, да, получается, в России. Понял? Where are you from? America. Америка? Колумбия! Вау, супер, лайк. Вам нравится Россия? Раша нравится? Yeah. Are you first time in Russia? Yeah. Да, я думаю, что никто не купается, но вон мужики, короче, залезли, да? Ну, нарушили, конечно, все инструкции, хотя здесь, блин, вся таблица Менделеева, наверное, в этой реке. Всем привет, ребята, короче говоря. Сегодня выбрались наконец-то отдохнуть немножко в парк Горького. Вот, можно сказать, такая атмосфера ощущается. У нас чемпионат мира проходит в России, да? Поздравляем нашу команду, сборную, которая выиграла 5-0. С таким офигенным счетом, я думаю, начало очень даже неплохое. Так бы и продолжалось бы дальше, хотелось бы в это верить. Но на самом деле предстоят еще более серьезные команды. Эта команда была такая, Саудовская Аравия такая, более слабенькая, да? Вот, вот такие виды бывают, чем бывает. Найти общий язык, поскольку английский язык я не знаю, но ветер, кстати, возможно, забивает. Вот, ребята, вы прошлись вот по этому мосту сейчас, вот такое вот уникальное архитектурное сооружение, да? Если не ошибаюсь, это либо Крымский мост, блин, либо Андреевский, блин, честно говоря, не помню. О, смотри, даже там он виднеется, Раша проходит. Здесь снимается какая-то передача, походу, да? Там вот камеры, мотор. Атмосферка такая. Да, пойдем. Кстати, хорошее место. Вот, и насчет Юляшка вот заметил уже, да, то, что природа здесь обалденная. Ну, первое, то, что впечатление, да, вот мы только идем. И вот видно вот такой вот садик такой здесь. Люди отдыхают кто как может, на травке. Кстати, раньше буфики стояли и всякие там даже шезлонги были по набережной. Не знаю, пройдемся, посмотрим, может быть, это тоже есть. О, спасибо, что не сидите на ветках сирени. Она будет радоваться вас в следующем году. Вот так вот, поняла? На сирени не залази. Это ветки сирени были когда-то. Ребята, ну здесь прям такой тенечек, прохлада такая, освежение, освежаешься, да, прям классно. Замечательно. Потому что сейчас когда удалась цветет. Такая московская или московская погода, мы выбрались в парк, градусов, наверное, 25, наверное. А вот беседочка здесь такая виднеется, красивое местечко тоже, лавочки кругом. Ну как тебе, Юляшка, парк? Мы, короче, зашли, сразу присели покушать, немножечко перекусили, теперь пойдем дальше. И попили, и поели. Теперь пойдем, может быть, фонтанчик посмотрим. Вот такие-то цветочки у нас. Ну, пальмочки, смотри, вилла там. Типа пальмочки. Пахнет. Хорошо пахнет, да? В заднем фоне у нас кругом иностранцы. Чувствуется. Нет, уже иностранцы уже прошли, потерялись. Ну, катаются на коньках, на роликах, на велосипедах. Все здесь сдается на прокат. В принципе, можно также покататься. Сейчас дойдем до фонтанчика. О, смотрите, здесь еще что-то такое интересное. Ну, какое-то, видишь, наблюдение в Народной обсерватории парка Горького. Пойдем туда, пройдем по тропиночке. Нет, ну, смотри, какие шарики тут кругом. Какие это шарики. Свет, подсветка. Подсветочка вечером вообще смотрится на них здорово. А вот они эти, как их называются, цветочки-то. Помнишь, я тебе такие приносил? Ирис, да? Они уже все отцветают, видишь, уже все. Надо было раньше приходить сюда. Прикольно, да, смотри, какой? Ваза такая, типа. Вазон называется. Ну, что сказать можно про парк? Лавочек кругом, в принципе, хватает, да, везде вот так посидеть, отдохнуть. Вон теннисные даже стоят эти, столы, позаниматься можно, поиграть. Слушай, все украшено супер. Дойдем поближе. Такая. Там. Из какого-то фильма. Ребята, сидим, отдыхаем. Вон там девчонки уже купаться идут. Вон они, жарко на улице сегодня. Правда, рискованно. Можно упасть прям туда, прям. Она скользкая, эти плиточки. Офигеть, брызги прям до сюда сейчас улетят.
не долетели. Дмитричек поднялся бы, мы сейчас все были бы вообще в воде. Да. Вот, долетает брызги, да? Немножечко долетает. О, хорошо, освежает. Вот это в жару нам не хватало. Решил позагорать немножко, искупаться. Какой упасть можно? Только я что-то соскальзываю. Как покупается народ? Такое можно традиционное место купания наших ВДВшников, десантуры. Праздник на 2 августа. Здесь вот они купаются. Ребята, иностранцы играют что-то здесь у нас в парке Горького. Интересно, откуда они? Тоже турки, думаешь? Или египтяне какие-нибудь, Саудовская Аравия. Where are you from? Mexico. Mexico, да? I from Moscow. Okay. I don't speak English. Плохо понимаю, но в английский. Okay. I do not speak Russian. Like? Russia? Russia, I like, but I do not speak Russian. А вы немножко по-английски разговариваете, понял. Are you first time in Russia? Yes. Yes. Первый раз, да, получается, в России. Понял? What matches are you going to go? Mexico, Germany. На какие матчи вы идете? Это я спросил. Mexico, Korea. Корея? А, ясно. Okay. Good luck. Thank you. Спасибо. Это такие соблазны, тут кукурузка. Почем кукуруза для народа? А, 150 рублей, да? Ты будешь? Попозже? Ну ладно. Сейчас попозже так попозже. Нагоняю. Слушай, 150 после рублей, это можно килограмм купить, наверное, кукурузы. Нет, ну такое, она другая. А ясно. В Геленджике было по 50 рублей, по-моему, да, на пляже? Да, я все время с Юлей. А здесь кофе от 100 рублей, видишь, цены-то какие, зашкаливают. Но это специально, ну, это парк. Все для парк. Туристов, да, которые, да, да, приехали. Кстати, вон еще можно встретить, вон туристы идут навстречу. Иностранцы кругом попадается народ. Where are you from? America. Америка? Колумбия! Вау, супер, лайк. Скажи что-нибудь. Это я учитель. I don't speak English просто. You speak more English than I speak Russian. So. Вам нравится Россия? Russia нравится? Like Russia? Little English, little, совсем чуть-чуть знаем. Так. Are you first time in Russia? Yes. Первый раз, да. Первый раз в России. What matches are you... Round to go. Colombia, Japan. Alemania, Mexico. Mexico, Germany. And Peru, France. Франция, да? Франция, Америка, да? Здорово. Yeah. Молодцы. Are you from Moscow? Moscow. Thank you. Спасибо. Счастливо. Вот чуть-чуть пообщались, они настолько позитивные, настолько заряжают энергией, что вот я шла не особо там, да, под настроением, а сейчас вот даже на ломаном английском пообщались. Да, ребята, извините, конечно, не описывайте, но английский язык, конечно, у нас хромает, особенно у меня. И очень приветливые, очень такие вообще. Да, ну приветливо, да, отзывчиво. Америка, короче. Здорово, да. Это была Америка. И когда вот... Они первый раз в России. Америка, да, и хотя, когда нагнетают, да, вот этот негатив на Америку, что она вот такая, такая. Не, ну люди-то ни при чем, это все большая политика. Люди очень хотят. Вот прокат велосипедов, по-моему, здесь, да, вот как раз проходит. Ой, я что-то не пойму, это же помидоры. Так вот люди загорают, отдыхают. Андрей, вот это помидоры и капуста, прикинь. Здесь помидоры и капуста? Да, вот это цветная, по-моему, капуста. Ну это типа помидоры. Так это, да, наверное, прикол. Есть это вряд ли кто-то будет, выращенное в таких экологически не очень благоприятных условиях. Пойдем спросим, что почем. А здесь велопрокат, да, у вас? А, это скейты, да? Да. А сколько на час вообще? Скейты? Да. 300 рублей оплата первого часа, 2000 рублей залог и оформление по паспорту и водительскому. А, понял, короче, залог оставить надо, да? Да. И понял. А вот это как называется? Самокат, да? Самокат. А он сколько? 250 рублей оплата первого часа, а так все остальное то же самое. Залог и паспорт. Понял, 250 рублей. Спасибо большое. А велосипеды где-то тоже есть, да? Где-то по-любому. Ну, что здесь, ребят, проходит-то? Что-то разыгрывается? Можем выиграть, да? А что нужно сделать, чтобы это вообще что-то получить, подарок? Вы меня снимаете? Да. Ну, чтобы что-то получить, подарок хотели бы. Вот вы хотели бы поучаствовать бы. Ой, я знаю, что это за камера. Если так делаешь, у нас... Да, будет. Да, все правильно. Вы должны пройти 12 активностей, после чего вы
получаете прокат самокат, велосипед или лонгборд, предоставление паспорта или мороженое. А, реально получить, да? А велосипед на сколько предоставят? На час? 40 минут. 40 минут. 40 минут и обязательно должен быть паспорт оригинал. Также вы можете поучаствовать в розыгрыше наших призов. Я не знаю. Там, где указаны хэштеги, сами будут сделаны. Хочешь участвовать? Я просто боюсь, что я не потянула. Ну там 12 уровней активности, короче, надо пройти. А это вот, короче, вот этот интерактивный вот этот квест вы прошли Samsung, да? И вот такой вот велосипед дают Galaxy, да? На 45 минут, да? На 40. А, на 40 минут. А куда ездить можешь? Куда хотите за это время? Куда хотите, да я поездню. Электровелосипед получается, да? Не электро. А, не электро? А кажется, как будто... А самокат дают электро. А что, там еще подарок можно выиграть какой-то? А это все расскажет. Типа телефона, да? Ну, это я сомневаюсь, конечно, но... Ну, да, это надо очень постараться. Я говорю, надо быть суперменом, чтобы телефон выиграть. Ольна, слушай, хочешь поучаствовать? Я не знаю. Ну, велосипеде на халяву покатаемся 45 минут. Каждый возьмет по велику и будем гонять, честно. По всему парку. Велосипеды, правда, такие неординарные. Там еще мороженое. Это если велосипеды, короче, и мороженое еще. Куча, да? Ну, прикольно. Where you from? Mexico. Mexico. Like Russia. Welcome, welcome. Where you from? Мехико. Мехико тоже. Всего хорошего. Welcome. Thank you. Ну, пока только встречались в Мексико, Колумбия, Америка. Ну, все, наверное, сейчас гуляют где-нибудь, наверное, на Манежной площади. Большинство там, где у нас парк Заряди, наверное, где-нибудь там. Там, кстати, сделали, открыли пещеру, слышал? Вот эту ледяную пещеру, можно было бы туда сходить. В общем, народу тут немерено, хватает, как всегда. Такой известный парк, потому что все сюда тянутся, со всего города. Вот, а здесь у нас такая спортивная площадочка, здесь вот волейбол играют люди, да? Ну вот, ребята, чем тут не на юге, да, находимся? Вот, смотрите, песочек, ой, маленькая какая девочка, вон играют девчонки, можно сказать, такой пляжик здесь прям. О, как. Where you from Moscow? Кипр написано, 2018. Так что народ, вот уникальное местечко, в принципе, песочек такой прям, да? Слушай, привезенный откуда-то, слушай, с Доминикана, походу. Hey, you from? Russia. Russia. I from Moscow. Народ тут, короче, вот, смотрите, везде развлекается, отдыхает, кто где может, как говорится. Круто получилось. Молодцы. Народу здесь вот шезлонги, да, вот эти вот можно просто взять на халяву, тоже пойти поваляться, вот, допустим. Как правило, здесь все уже забито в это время. Отдай обратно, зайдем сейчас. Куда пройдем? Какие-то камни лежат. Смотрите, пойдемте поближе, подойдем. Инсталляция такая. А что это такое за архитектурное сооружение? Кто не знает. Камни. Это современное искусство. А, это современное искусство такое? Ничего себе. Прикольно. Позиция из 9 металлических кубов, наполненных головами известняка, вдохновлена шотландским символом. Вот, ребята, короче, вот такие вот известняковые камни. Вот так вот подержать своей рукой, и можно зарядиться и ощутить на себе вот эту вот мощную энергетику. А, она проходит фильтрацию вот через эти вот камни, вода. И, блин, реально становится, смотрите, самовнушение. Прям энергию прет. Попробуй потрогать, за камень дотронься. И держись вот так вот долго. Мне народ напомнил Дольмена в Геленджике, блин. Там тоже камни такие, да, которые происхождение неизвестного там 2000 лет назад или примерно ровесники египетским пирамидам они считаются. О! Красава! Такие вот персонажи ездят у нас в парке. Поплавать взять? А сколько, интересно, будет стоить? Рублей 300, наверное, как в Измайловском парке. Ну там лодочка, здесь, наверное, подороже. Вот такой катамаранчик можно, ребята, взять и уточки, смотрите. А вот они и рис, цветочки. А тут, ребят, такое место, тут удочки, короче говоря, вон лебедь даже плавает. Эй, потеряешь ее, Карин, ты так милый, да? А кто с кем играет? Не знаете? Понял, спасибо. Прямые трансляции. О, welcome.
Вот так вот, ребята, здесь вот, короче, проходят дорожки. Они ведут у нас очень далеко. Докуда, Сань, не помнишь? Ужников дальше. Дальше Ужников, да? Офигеть. Ну вот они примерно километров около 9 вот так вот, короче, велодорожки здесь. И на самокатах, и на всем, короче. Главное, чтобы нас не сбили, потому что здесь реально может быть. Это аварии такие бывают периодически. А там беседочка такая. Вот он, мост в проекте, говорят, Андреевский мост виднеется впереди. Что классно? Красиво. Да, красиво. Здесь присесть можно. Кстати, вот здесь можно позагорать, народ, смотрите. Вот еще иностранцы идут. Спросим сейчас у них, откуда они. Where you from? Brazil. Are you from Moscow? Hello. Good luck. Nice to meet you. Good luck to you too. Это у нас Бразилия была, да? Прикольно, вот так вот, ребята, в парке Горького повстречали уже кучи иностранных граждан. Виды, народ, открываются суперские. Смотри, какие виды открываются. Короче, ребята, фоткаемся на память. Андрей, что мосту, давай. Раз, два, три. Ребята, такие русские гуляни, можно сказать, идут. Доходим до своих мест, становимся тачки, встали, и до конца становимся... Есть мороженое. Назад. Что? Мороженое, хочу у вас. Право. 130, 100, 110. Принимай. 130, 110, понял. Право. Хорошо, спасибо. Моменты. Фига себе. Не, прикольно, да, получилось? Вот такие моменты здесь люди, акробаты. Пойдем посмотрим еще вот этот фонтанчик, тут тоже интересно. Вчера Рональдо вот как раз вот побил, да, вот третий гол. Они шли, короче, проигрывали, короче, испанцам. И Рональдо как раз в последний момент в Португалии, короче, херакс. Ответственный такой момент, там последние 3 минуты где-то остается, да? Ну, не просто так ему бабки платят, там 90 с лишним миллионов долларов в год. Где нарвать, да? Для Юляшки. Вот смотрите, какие розочки. Ой, эти какие. Ты ж тут можно это, пчелок разводить, блин, и чтоб они это, мед собирали. Брызги летят. Горит. О, видите, как это все продумано. Фильтр главное, чтобы меняли вовремя. Правильно? Да. Вы знали, что такие есть фонтаны в этом парке? Конечно. Ну, а мы нифига. Мы просто обрадовались, просто увидели, вообще просто счастливы безумно. Денег нету, как говорится, и тут хопа, вода, блин, наконец-то источник воды. О, ребята, вода. Холодненькая, кстати, нормальная. Я думаю, она теплая будет. А вот здесь, смотри, дерево какое-то плодоносит что-то. Это яблочки, да? Дикие? Лягушечка? Я их обычно ем, когда они подрастают. Тебе водичка понравилась? Ну, я так обычная, но она фильтрованная. Да. Нормальная городская вода, только без хлорки, по крайней мере. Самое главное. Ну вот, ребята, наконец-то вот. Я как бы не агитирую, да, за Сергея Собянина голосовать. Но при Лужкове здесь парк был платный, даже вход, прикинь. И вот эти все туалеты были тоже платные. То есть парк, короче, конкретно изменился. Даже вот воду фильтрованную, да, преподносит нам. Совершенно бесплатно. У кого-то не у каждого есть возможность, допустим, купить за сколько там, 150 рублей бутылочку там. Я даже не знаю, сколько. Народу, короче, ну выходной день, поэтому так много людей. Погода удалась. Все идут в парк. Так что, ребята, лучше брать, конечно, велосипед на прокат, чтобы объехать весь парк. Там вот, допустим, есть нескучный сад, да. В нескучном саду есть передача, где проводилась. И сейчас проводится, по-моему, что, где, когда. Вот. И усадьба Орловская, Орлова там усадьба, вот очень такое красивое по-своему там, да. Футбол, кричат болельщики. Where you from? Where you from? Уругвай. А, Уругвай. Я знаю, Наталья Орейра, по-моему. Are you Moscow? Suarez. Are you from Moscow?
No, we are from Montevideo, Uruguay. We came for the World Cup. Так, what matches are you going to go? We came here because of the World Cup. And we are going to the match of Uruguay with Arabia Saudita in Rostov del Don and with Russia in Samara. Спасибо. Всего хорошего. Удачи вам. Good luck. Они из Уругвая у нас, по-моему, да? Ну, такой, конечно, языковой барьер возникает, народ, поскольку языков не хватает, конечно, владения. Да. Ну, она Наталья Рера, да? Да. Это Уругвая Наталья Рера, разве? Она родилась там, по-моему. Я что-то думал, она с Мексики. Нет, она в Аргентину потом уехала. Ой, блин, она сюда приезжала, так хотела на ее концерт сходить. Я не понимаю. Потому что они немножко не поняли, да, нас. Ну вот женщина отвечала нормально достаточно. Я ее, конечно, половину не понял, но я понял, что они Самару хотят еще посетить и еще какие-то наши города Российской Федерации. Вот, народ, идем. Идем, короче, к Петру Первому. Народу немерено просто. Что ты говоришь мне по-английски? Что ты такое рассказал? Вот смотрите, какие любовные сцены мы наблюдаем. Where you from? India. India, да? Good luck. Thank you. Ребята катаются. С Индии, ребята, с Индии. Меня что-то подводят с стадикам, он уже, походу, разрядился. Короче, у нас город сегодня интернациональный, фактически. Тут со всего мира народ. I'm from Russia. Вы откуда? Тут живу. Тут. Как иностранцев много вам? Хватает? Кого видели? Из каких стран? Много кого. Общаетесь с ними? Как вообще? На позитиве? Да. Ну, отлично. Давайте. Хорошего дня, хорошего. Все, пока-пока. Что давать? Телефон есть. А ты мне его давала? Все, и он уже ущел. Он с лотка ущел уже, все. Where you from? А? Вы откуда? Where you from? Я методичка. А, вы отсюда, да? Понял. Хорошо. Это Таджикистан у нас. Пойдем где дальше, народ. Вон там, кстати, мексиканцы. Where you from? Вы? Мехико. Мехико? Наталья Рера? Нет. А, нет. Сейчас, секунду. What matches are you going to go? Мехико, Алемания. Мехико, Германия, Мексика. Понятно. Good luck. Сфотографируйся. А, можно с вами сфотографироваться? Во. To meet you. Давай. Все. Thank you. Good. Good, это хорошо. Это по-немецки. Да? Good. Ребята, вот так вот, короче. Мы находим общий язык, хотя, конечно, с корявым нашим, блин. Ребята вот тут отважились, кроме вот погряжа, да. Я думаю, что никто не купается. Но вон мужики, короче, залезли, да? Ну, нарушили, конечно, все инструкции. И они залезли в воду. А как теперь будет вылазить оттуда, интересно? Ну, вот так вот. Окунулись в Москве-реке. Хотя здесь, блин, вся таблица Менделеева, наверное, в этой реке. Юляшка познает Москву. Наконец-таки я на Москве-реке. Даже люди купались, прикинь. Хотя в ней не рекомендуется купаться. Она очень грязная. У кого совсем... Тоже так это, дошел. Дошел, да. Так нам да, нужны кондиции. Прогулочка под Крымским мостом. Хорошо здесь тенечек. Дорожки кругом велосипедные. Кругом вот такие вот поилочки находятся. Женщина разделась, он в купальнике, не парится, ничего, нормально все. Принимает, как говорится. А вот здесь вот можно освежиться легко. Кстати, фотография получится классная. Быстрее, Саня! Смотри, кстати. Брызги летят, а! Все, я пошел. Кто тоже развлекается, кто как может. Прикольное место. Какие-то интересные девочки изображают танцы. Все, и музыка закончилась. Yeah.
Три разнообразия попробовали себя в деле. О, рюкзак забыл. Хорошо вернулся, все на месте. Не успели. Что я вспомнил вовремя? Я чувствую, что что-то не хватает. Как-то налегке иду. Документов с билетами. Девчонки, как вам парк? Скажите пару слов. Девушки, как вам парк? Скажите что-нибудь. Подожди, вот это. Иностранцев много попадается? Иностранцев много попадается? Я не знаю. Вы еще не видели вообще никого? Мексика, Америка, там, Колумбия, там еще какие-то. Это очень много в метро, если хотите. Они здесь сейчас везде? А? Везде сейчас везде тоже нам попадались. А вы свой блог ведете? Да-да-да. Да, все хорошо. Передавайте подписчикам нашим привет, девчонки. Привет. Ну, тут такие вот виды суперские, вообще просто супер открываются. Пойдемте. Сейчас на фоне заката вообще будет супер. Сейчас, походу, никак нельзя. А я купила, сказала, что прям туда можно будет сходить. Да? Нет, только сфотографироваться, если здесь, рядышком. Юляшка выполняет смертельный трюк. Видно? Смотри туда, главное, за борт не улети. Ну, решили народ пройтись, короче, до Красной площади. Юляшкина прогулка до Красной площади. Проверим на выносливость. Но... Держись, Юляшка.